Всем привет! Сегодня я получила посылочку от Ольги Брукман. Мне находилась вот эта вот. Вот эта вот маечка Сан-Франциско. Вот такая вот. Размер L. Я боялась, что будет большая, но вроде как по размеру подходит. С блестящими буквами. Вот такой вот брелочек Сан-Франциско. Пенни счастливый. Вот он. Такой вот. 1 cent. И вот такой вот еще брелочек был Сан-Франциско. Тоже баскетбольный мячик. Вот дальше была вот такая вот сумочка Сан-Франциско с двумя отделениями из ткани. С их этим орнаментом Робин Род. Вот такая вот маечка. То есть сумочка. И вот такой вот кошелечек. Получается, кошелек, как чехол для телефона из неубиваемого материала Calvin Klein. Можно как чехол использовать, можно как кошелек использовать, потому что здесь куча отделений. Вот. Дошла она где-то за 20 дней до меня. Эта посылочка. Очень быстро, качество вещей хорошее. Правда, я немного другое ожидала, брелочек. Ну ладно, это тоже сойдет. Вот, майка порадовала, что она небольшого размера. Вот так вот. Ну ладно, всем пока, всем до свидания. На это были все посылки. Всем пока-пока.